травмы. Не знаю. Так, хорошо, Neoverse, это ж, это, короче, да, я не играл в это, давай добавлю Acolyte of Greed. Плохо, певец печали, который не дает value. О, дает value. Давайте моху. Right? Вип-значок не дает особо ничего. Ко-ко-ко. Фактически. Угу. Хорошо. These old eyes still see far and clear. Обезьянкой можно будет сбросить, в принципе, ученика. Следующий ход под Хеймером. Привет, Вов Нокте, здорово. Муждунскую пушку для замешивания в колоду. Чтобы Тимоху замешивать. Ну, вообще звучит неплохо, да, но не знаю. Блин, проблема, я... There it is. Хорошо, я предлагаю его убить прямо сейчас. У него всего 5... сколько? 6 манны. Сейчас бы грибочки найти. Хорошо. Я не против. У меня есть еще один. И какой-нибудь рекиндлер может вылезти. Какой? Какой? Божечки. Божечки. Божечки, кошечки. Инвизеры подъехали. Тебе 75к драгаликов тратил. Понял, принял. Сейчас выдам тебе роль. Турум. Турум. Турурурум. Рурурум. И я могу прогресс... Блин, жаль, что я... Стоп, я не... Я мог бы сейчас не убивать его ради троечки. Я мог бы прогресс Дайхеймера юзнуть. Мне очень карты нужны. Возможно, это была ошибочка. Ошиб-очка. Я и так могу. Нет, стоп. 7 маны. Тьфу, я... Если бы он давал 3, было бы классно. А так. Я готов передать ему инициативу. Вряд... Трушот бараж будет страшно, но... Ну, страшно, но, наверное, приемлемо, потому что я опять Хеймера поставлю. 3, 2, 1, типа, это будет больно, но... Хли грибочки закидывать. Блин, мне нравится эта дека. Воскрешающийся Тима, это прикольно. Мистик шот. Happy to do whatever's needed. Если он сейчас попробует убить Хеймера, я мистикшотом убиваю самца. Ну-ка. Как он раздает эти... Как он раздает эти спеллы? Не, вы посмотрите. Блин, вообще можно было убить самца? Ну-ка. Получить двоечку.
Почему я это делаю? Во-первых, я хочу двоечку, во-вторых, я хочу эффективно по мане сыграть, в-третьих, я хочу прогресс дай на следующий ход, чтобы, ну... А еще хочу блокера 2-1 дополнительного. Можно было еще бодрячком, конечно, скинуть эту турель и продамажить вомпу, у меня был бы 3-1 блокер и атакер, и вообще, но... Так, кого я терял? Я терял пацанов одного в начале игры, да? Я потерял Рекиндлера. Ведь можно его риснуть, очень годно. Типа, просто поехали. Holiday with celebrating Hextech Rex. Ставлю на то, что я уже выиграл. Что вы думаете насчет того, чтобы на следующих... Стоп, мне сейчас надо не тратить спеллы, мне надо выставить на следующий ход Ледроса, снести ему здоровье и потом выиграть. 6-7 урона. Да, да, мне надо выиграть на следующий ход. То есть сейчас надо поставить вумпу. Либо певца печали. Лучше вумпу. Он дефается еще от четверок. Еще урона много наносит. Да, все это Ледрос мув. Причем я не хочу ставить Ледроса сейчас. Я хочу... Нет. Я хочу поставить Ледроса под конец хода. Или нет? Не, давайте просто выставим его. Сколько у него таргетов? 5 из 8? Типа так я нанесу 9 урона, и весь этот дамаг сверху. Всеми атакующими существами. А так бы я, ну, не знаю, снес бы меньше, наверное. Хз. Да, я хочу даже хеймером атаковать сейчас. Мне хеймер не нужен больше на столе. Ладно. Это всего лишь 2 урона, но это все равно летал. И я не буду спешить с бодрячками. Мне нельзя спешить. То есть мне надо их юзнуть в ответ на апнутого Израиля. Вот он, этот апнутый Израиль. Грибочки. Как только он потратит всю свою манну, я просто выигрываю игру. Шесть маны, я могу один гриб передать. Единственное, он может сейчас прям бурстами внести мне 6. Короче, мне точно надо выигрывать в этот ход. Это прям 100%. Потому что иначе он меня бурстами закидает. В принципе, Пилтовер Фрильорд вообще... Все, больше он никак не может вылечиться. Это точно. GG. И у него нет маны, чтобы забурстить меня. То есть, когда у него было 5 маны, он в теории мог юзнуть каталист. Хотя они не юзают каталист в колоде. Но он мог бы это сделать. О, Макс, спасибо за ресурсчик. Stand strong together, Blood for Freedom. Великий жук.
Великий музыкальный интеллектуал Жук подписывается 44 раза. Слушайте мой альбом на всех площадках страны. 44 раза, о боже. 44 месяц, Макс, офигеть. Спасибо, спасибо тебе большое за ресап. Бзз. Мистики влетели. Найс, я выиграл. Но это было близко. Вот, вот следующий ход я бы проигрывал. За счет бурстов он меня выиграл. Ух.